А жители Агаповки остались без новогоднего деликатеса. Фермеры обнаружили мертвыми несколько десятков кроликов. Хозяева даже не слышали, кто и когда расправился с питомцами. Селяне уверены, в их подворье наведался мистический зверь Чупакабра. Местный житель показывает клетки, где еще вечером жили несколько десятков кроликов. Рассказывает, ночью никакого шума не слышал. Когда вышел утром, увидел страшную картину. Снег перепачкан кровью, по двору летает пух, а все кролики мертвы. Разодрали кроликов полностью. Следы услежено, все в крови. Фермер считает, кролики стали жертвами стаи бродячих собак. Утверждает, пришли к нему через соседские огороды. Но глава района не согласен. Считает, собаки не могли лапами открыть клетки. Ведь сетка на них не повреждена. Объясняет, это уже четвертый такой странный случай за последний год. Мое мнение, что это не собака. Похоже, что-то другое, которое вот этих зверьков отлавливают домашних, в том числе кроликов. В прошлом году гуси были, в этом году кролики. То есть периодически этот вопрос поднимается. Пока не установлен объект, кто это. То есть жители, с кем общаемся, мы не видели. За своими подворьями жители Агаповки теперь тщательно следят. Надеются, что хищника удастся поймать.